Привет, привет. Как у вас дела? Все хорошо? Сегодня посветлее, чем вчера. Включила свет. Вот, у меня все нормально. Спасибо большое. Сходила на реснички. Хочу прям вот пока сходила и пришла, так захотелось мне Арктика. Давайте вместе с вами немножко Арктику попробуем, да? Сейчас я ее достану. Но у меня тут такая маскировка, конечно. С таким йогуртом. Пришла голодная. Давай за йогурт. Арктика. Мерабалар таки пчелрен. Арктика. My dear, hello. Вот. А это так вкусно. Просто супер.
сухая, пыльная. Вкус. Очень мало побелочной. Очень мало. Здесь побольше. Очень вкусный. Крошками йогурт. Насолила все, что можно было насолить. Здесь вокруг меня. Ой, поляна.
Ну вот сейчас меня будет там. Мне здесь удобно снимать видео, честно скажу. И, ну, правда, без моих аксессуаров, да. Ну, это иногда, когда быстро хочется, потому что пока там приготовишь стол туда-сюда, прям я не могу. Сейчас только что пришла. Покажу вам еще покупки. Завтра. Ой, она заказывала. Дома сидим. С интернета. А сегодня мне начали приносить один за другим. Я даже не помню, что я заказала. Вы представляете? Вчера две посылки, два карго пришли. Их получила. Думаю, ладно, они есть. Сегодня опять два карго принесли. Я думаю, что это может быть? Я говорю, а что там? Уже забыла. Это, знаете, когда у нас начались вот эти вот запреты. В общем, тогда я заказала, и не отправляли же ничего. И сейчас стали отправлять. Ой, а что заказала? Покажу вам завтра. В следующем видео. Посмотрите. Думаю, да, это я была очень отчаянная. Или что, или у меня не было настроения. Чего я так и не поняла, зачем я заказала пару ненужных вещей точно. Вот. Завтра вам покажу. Ну и еще заказала пару обуви. Вот они, я их вчера получила. И еще одно карго у меня должно прийти. Тоже нужная вещь, ладно. Ну а это покажу вам завтра. И может вы тоже скажете, да, зачем же Маша его заказала. В общем, как-то так. Хотя я в нем не нуждаюсь. Да, завтра я вам о нем расскажу. А вот. А сегодня постараюсь там пришить, может быть, какое-нибудь видео. Я вчера снимала видео для вас. Я ходила в магазин. Хотела купить большую тарелочку такую. Но я не нашла. Есть, но небольшие. В общем, и этот магазин немножко сняла для вас, чтобы вы посмотрели, что там есть. Ну, там действительно столько всего красивого. Мне так нравится в этом магазине походить, погулять, посмотреть. И вот хочу его пришить. Вот. Может, к этому видео или отдельно видео сниму. Но оно короткое. Посмотрите, кому интересно будет. Какие красивые посудки есть. Ну и вообще не только посудки. Там сувениры. Всякие. Интересно, я думаю. Ну, для дам, домоседки, да, как я, почти домоседка уже стала из-за короны. И нету работы, где туризма нету. Вот. Уже стала смотреть на такие вещи. И вот вчера то, что заказала, думаю, зачем я это заказала? Ой, то есть сегодня то, что получила. В общем, я вам покажу завтра. Посмотрите тоже. Ну, нужная вещь, конечно, но... Ну, я им... Не знаю. Наверное, буду пользоваться. Что делать? Вот. Ну, все. Пока-пока. Спасибо вам за просмотр. Еще передаем так и пчелорам. Севьером и пьером. Люблю вас, дорогие мои. Целую. Спасибо за лайки. Да, сегодня сходила, сделала. Реснички такая. Вот. My dear... Thank you. Как-то так. Ой, так поела, так хорошо стало. Девчонки, вкусная Арктика. Кто любит сухие сорта, попробуйте Арктику. Она вкусная. Ну, лично для меня вкусная. Ничего лишнего. Вкус меловой. И плюс там где-то глубоко-глубоко там может быть прострельнуть побелка. Ну, практически ее нету, но она вкусная. Все, пока-пока, целую вас, люблю. Спасибо вам за поддержку, большое спасибо.